Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю свой марафон челленджей по классике. Первая часть, Сатурн-версия за Криса. Пройдем с одним пистолетом. Но мне нужно найти тот сейф, где я костюм открыл. Я хотел переодеться, сыграть в сатурновском уникальном костюме. Так, ну, наверное, вот этот сейф, я так понимаю. Других нету. И загружаем. Так, перемоточку. Да, тут не такая быстрая перемотка, как в DuckStation. Мне почему-то кажется, что, несмотря на то, что будет два тирана в лаборатории, патронов я буду находить больше. Да, вот ключ есть от гардероба. Так, ну а сейчас бежим к Кеннету. У него два магазина можно взять. Так, не успею, да? Ну давай, выманим зомба. Иди сюда. Куда-нибудь подальше его. Он не успел добежать. Так, ну куда ты пошел-то? Так, не успею, да? Раз магазин. Два магазина. За Криса всегда можно взять эти патроны. У Кеннета. Зомба в столовую никак не выманишь. Так, ну а сейчас возвращаемся в главный холл. Собственно, возьмем пистолет, который Джилл оставил. Вот тут на полу. Ой-ой. Так, места-то у меня что-то больше и нету, да? Ну ладно, куда бы сходить? Так, ну мне наверх надо идти, в любом случае. Маленькие ключики можно больше не собирать. Заглянем к Форесту на балкон, там вроде магазинчик тоже был. Пистолет, кстати, абсолютно такой же. Беретта М92FS. Вот если чекнуть, можно в этом убедиться. А вот в измененном режиме пистолет будет модернизированный. Там кастом, по-моему,
добавиться. Так, ну что ж, забираем магазинчик. Еще один. И уходим отсюда. Наша цель — это сходить и взять химикаты. Надо, кстати, разобраться, где я буду встречаться с Ребеккой. Можно усложнить, в принципе, прохождение и встретиться с ней у Ричарда. Чтобы потом ее еще от Хантера спасать с помощью пистолета. Так, ключа у меня пока нету. Поэтому все пробегаем. У нас еще в ящике лежит два магазинчика. Спускаемся вниз. И добираемся до чулана. Траву пока некуда брать. Нож убираем. Ракетницу убираем. Ну, неплохо, уже 90 патронов. Игра только началась. Берем химикат. Ключик пока тоже можно убрать. И пистолет. Спрей оставлю. Сейчас еще траву прихватим. Так, ну теперь надо обратно проделать тот же путь. Выманить как-то зомба. Ай, блин, а чё ты у меня укусил-то? Вот это неожиданно. Ну ладно, хорошо, что... Я думал, как бы лестница не должен кусать. Теперь бежим, наверное, статуи скидывать в столовую. Статую. Здесь тоже надо будет поиграться с зомбами. Проходи. Ух ты.
ты, как-то я так лихо пробежал под мышкой. Так, ну и поводим хороводик, паровозики. Так, ну, думаю, достаточно. Ну, а теперь продвигаемся дальше. Не заходим пока в лазарет. А бежим применять химикаты. Их двое, трое уже дошло. Круто. Используем химикат. И собираем травы. Сделаем себе пару смесей. И возьмем ключик. Можно сразу пойти к Ричарду уже теперь. Ух ты, отлично пробежать удалось еще. Можно, в принципе, вот эту дверь открыть сразу. И поднимаемся наверх. Thank you.
Заходим в комнату с Ребеккой и Ричардом. Подлечимся. Вернее, сделаем себе смеси. Тут еще две травы. Так, и будем знакомиться. Так, ну за сывороткой я, конечно, не пойду. Давай вернемся в лазарет. Много чего забрать нужно. А, я не могу траву использовать, понятно. Здоровье полное. Заходим в лазарет. Тут у нас еще один ключ должен быть. Ключ-меч. Так, уберем, значит, спрей. Да и все смеси. Можно взять вот этот специальный ключ уже. В принципе. И вот этот вот. Так, возьмем сразу тогда сыворотку. Но пока уберу ее в ящик. И продолжаем. Давай откроем вот эту дверь. Здесь мне нужен только магазин забрать для пистолета. И все. Теперь сходим в дверь со шкафом. Там еще один магазин. Его тоже забираем. Больше тут ничего не нужно.
ну можно, в принципе, к роялю пройти сейчас. Почему нет? Мы используем ключ. Берем ноты. Не понял. Не так подошел. А, я сейчас не могу сыграть, потому что Ребекка ждет сыворотку. Не время для игры на рояле. Ну ладно. Что-то я вот подзабыл вот этот момент. Тогда позже придем. Я думаю, сходить сейчас избавиться от желтого ключа. Занимает которое место. Так, ну и к гардеробу надо пробраться. Здесь у нас есть еще один магазин для пистолета. Забираем его. Ну и плюс две травы. Тоже заберем. Можно полную себе хилку сделать. Тем самым. Открываем гардероб. Заценим костюм Сатурн версии. Ну-ка, может это он? Да, вот он, этот костюм. Так, давай заберем ленту, наверное. Все, уходим отсюда. Необычный довольно костюм. Как будто на РПД похож. Крис на Леон стал. Чем-то похоже.
Так, ну я думал, я за лентой сходить. Вот здесь вот еще взять. И в холле еще две ленты есть. Так, в таком случае пойду тогда вставлю камень. Игру. Заберем первый гребень. Ой, блин, укусил. А, нет, не РПД, Старс написано на костюме. И забираем гребень ветра. Так, надо снова пойти выложиться. Зомба только пройти как-то. Как-то нужно. Так, ну я не знаю, может уже, кстати, время прошло. Пойдем посмотрим. Нет, еще не прошло. Ну ладно.
Побегаем тогда пока по особняку. Ну вот можно в Г-образный сходить. Коридор, в принципе. Так, тут надо мне сейчас комод подвинуть один. Забрать патроны будет там. Так, ну сперва, наверное, возьму вот на всякий случай траву здесь в углу. Собака меня сейчас подамажит, конечно. Ну ты, серьезно? Хотя нет. Крис нормальный пока еще парень. Так, берем магазин. И валим отсюда. Так, теперь можно сюда заглянуть, пособирать кучу прав еще. Так, ну тут впору лечиться. Ну! Блин, у меня кнопка старт что-то перестала отвечать. Еле выбежал. А, ну в принципе пока... Блин, а нахрена я вторую собаку вызвал? Они же меня там сейчас сожрут. Вот это глупо было. Ну! Пора лечиться. Почему у меня кнопка старт не хочет срабатывать? Неужели? Ну бери ты. Не очень хорошая идея. Тут еще трава. Еще трава лежит. Возьмешь? Ну, как-то так. В общем. Ух, убираемся отсюда. Ванная комната мне, по-моему, не нужна. Вот эта комната тоже. Ну и надо в сейв-рум бежать. Thank you.
Так, убираем смесь. Патроны. Так, ну две травы, наверное, много. Можно убрать одну. Да, я сохранюсь. Опасно так играть. Так, продолжаем. Ленту пока убирать не буду, потому что наверху возьму еще. Откроем вот эту дверку. Так, тут у нас зомб стоит. Вот в этой комнате возьмем пару ленточек. Так, а в соседней комнате трава красная. Зажигалка мне не нужна. И, по-моему, здесь под кроватью лежат патроны к дробовику, которые мне тоже не нужны. Сейчас проверим. Да, совершенно верно. Не берем. Так, можно еще сходить за гребнем одним в зеленые двери. Вот этого зомба я еще хочу выгнать. Ну, я думаю, Ричард уже все. Ушел в мир иной. Так, избавляемся наконец от ключа и заходим. Двигаем статуи. И нажимаем на кнопку. Тем самым берем еще один гребень. Ну и пошли проверим Ричарда. Ну да, все, готов, парень.
возьмем у него магазин. И, кстати, в соседней комнате вот здесь еще можно взять еще один магазин. Сперва выманив зомба. Ауч. Неудачно. Так, ну и свечи зажигать мне не надо. Все, выходим отсюда. Теперь можно пойти сыграть на рояле. Ну да, в принципе. Спускаемся вниз. Применяем ноты. Ну а теперь возвращаемся в холл. Прихватим с собой эмблему. Бежим обратно к рыбайке.
is that? Так, поменяем местами эмблемы. И возьмем ключ от чердака. Так, ну а теперь готовимся к первому боссу. Бежим до сейв-рума. И надо сыворотку взять, кстати. Патронов, в принципе, хорошее количество. Берем пока гребень. Сколько там у нас получается патронов? 180. Так, надо сыворотку взять еще. Ну и сохраниться надо. Я думаю, две полных смеси мне хватит. Вот, кстати, подлечиться можно немного. Так, ну что ж, пошли к змее. Thank you.
Сейчас посмотрим, как пойдет бой у нас с ней. Но за Джилл я ее довольно быстро прогонял. Так, ну что ж, заходим на чердак. Так, ну что ж, продолжаем. Давай, выползай. Тебя тут сейчас встретим. Так, я думаю, надо вперед пробежать сейчас тут. Как я обычно делаю. Вот сюда вот. Где ты? Ни хрена тебя не вижу. Ни хрена себе она меня дамажит тут. Так, ну пора лечиться. Стреляй, Крис. А, все. Готово. Берем гребень. И сыворотку надо принять. Чтобы не пришлось еще за одной бежать. Так, ну все, она уползла. Так, ну а теперь прямиком в картинную галерею и в дом охраны. Пистолет, в принципе, можно уже выложить на время. Так, ну зомба мы сейчас обойдем. Первого и второго. Так. Давай уберем смесь. А, хотя нет. Или оставить ее. Пока оставлю. Пистолет уберем. Вот так вот. Пробираемся в картинную галерею. Куда пошел?
Быстро порешаем загадку с картинами сейчас. И заберем четвертый гребень. Не, красивый костюм Сатурн версии у Криса. Мне нравится. Такой специальный Stars на спине написан. Так, ну а теперь выходим на время, покидаем особняк. Тут сейчас зомб, конечно, зажмет в этом проходе. Ну а сейчас собачка. Что там у нас по здоровью? Нормально все. Вставляем гребни. Ключики маленькие я, как уже говорил ранее, собирать не буду. Смысла в этом нету. Ну, в одном столе, если только ленту взять, но у меня и так ее много. Я думаю, можно и обойтись. Забираем рукояточку. И выходим в сад. Соберем тут несколько трав. Сделаем себе пару смесей. Нет, отставить вот так. Так, ну и давай как-то собак сейчас пробежим. Ой-ой-ой, как она меня сейчас не задела. Я прям на нее напоролся, можно сказать. Спускаем воду в бассейн. И перебираемся на другую сторону. Надо будет как-то красную книгу выкрасть. Зомбов опять. Веджолт мне нахрен не нужен. Но в бар зайти надо. Там вроде магазинчик один есть. Пистолету. Так, сейчас опять три собаки. Убегаем. Ну и возьмем еще пару зеленых трав сейчас.
Вот здесь вот. Ай, блин, покусала тварь. И ты тоже тварь. Все вы твари. Ты вирусный. Так, ну заходим. Что там у нас по здоровью? Вроде пока не... полная зеленая файн. Так, давай задвинем статую сперва. Нет, передвинул немного. Ну, вот так вроде ровно. Так, ну заходим в сейв-рум. Ладно, два раза потрогали, надо лечиться. Убираем смеси. Рукоятку убираем пока. Так, что у нас здесь есть? Ага, спрей и магазин для пистолета. У Джилл здесь гранаты были. Ну, а для Криса... ну, это мы пособираем еще. Окей. Так, надо, наверное, сохраниться сейчас. Не знаю даже, как поступить. Давай одну смесь возьму. И сохраняемся. Так, ну что ж, продолжаем. Ленту пока не буду убирать. Пойдем сходим сперва за книгой в комнату 001. Конечно, сейчас покусают меня. Не раз и не два. Да цепись ты, вонючка. Бери, Крис, давай быстрее книгу. Валим отсюда. Ах, надо подлечиться. Ответ. Так, ну все, вроде за два укуса прошел я эту комнату. Зайдем сразу в ванную. За ключом. Ну а теперь бежим в бар.
есть у нас тут ленточка. И есть у нас тут магазинчик. И, по-моему, больше не будет на пистолет. А, нет, будет в подвале. Еще, возможно, в какой-то из ванной комнаты. Так, ну ладно, давай выкладываться. Беру смесь, ленту. Сто 90 патронов на пистолет сейчас в данный момент. Ну а теперь бежим за ключом от комнаты 002. И уходим в подвал. Применяем ключ, выбрасываем его и возьмем тут три травы еще сейчас. Проверим ванную комнату. По-моему, там есть магазин. Еще один на пистолет. Точно есть такое дело. Хватаем его. Так, сможем отсюда выбежать нормально? Можем. Так, ну а теперь в подвал. Толкаем шкафы. И спускаемся вниз. Толкаем ящики. Ну и возьмем еще пару зеленых трав.
Ну а теперь бежим в комнату управления. Так, ну где вы, рыбки? Придете? Ага. Пошел. Избавляемся от ключа. И заходим. Спустим воду. И откроем соседнюю дверь. Возьмем тут сейчас еще два магазина. И ключ. Думаю, сходить, может, все-таки за маленьким ключом тоже. Ленту еще захватить. Играть я буду на концовку Крис и Ребекка, без спасения Джилл. Так, ну а теперь бежим в 003 комнату. У нас будет две фазы с 42-м растением. Поставим сейчас книгу, возьмем ленту. И в ванную комнату надо зайти. Там вроде магазин есть. Вставляем книжку.
Так, что у нас там по травам? Ну, в принципе, есть. Зомб-то покусает. И понятно. Тут очень тесно. Отвали нахрен. Давай, бери, Крис. Быстрее. И валим отсюда. Так, можно, в принципе, зайти к нему. Он сейчас схватит и отпустит. Да, более такое светлое растение в Сатурн-версии все-таки. Бежим сохраняться и вооружаться. Да, и все-таки по патронам, по-моему, больше за Криса вышло, чем за Джилл. Это понятно. Соединяем ленту, патроны, 235, 250 патронов, круто. Так, ну надо с собой еще пару смесей взять. Потому что этот потолок у меня по-любому будет дамажить. Убираем ленту и бежим сражаться. Тут, кстати, я не знаю, какой лимит в первой части на количество патронов в одной пачке. Во второй части 250 как бы было максимум, но тут трудно сказать. Мне кажется, можно и больше взять, вложить в один слот. Я как-то уже давно проверял это, уже не помню. Ну тут сейчас уйдет много патронов. Две формы, две стадии боя. Ну какая тактика? Бегать не хочется. Автоприцеливания у меня все равно нету, а пока развернешься, все бесполезно. Поэтому буду просто стрелять. И вовремя лечиться. Но пока нормально. Магазин отстреляли. Ага, уже дангер. Окей. Почти два магазина отстрелял. Крепкое это растение. Я вообще попадаю хоть по нему или нет? Попадаю. Но с натяжечкой.
Так, пора снова лечиться. Вторая форма. А я сюда куда-нибудь пробегу. Да отвали ты. Сколько там тебе надо? Охренеть, оно жучее. Так, пора лечиться. Да, что-то я очень дохрена потратился. Ты умирать собираешься сильно? Ну, наконец-то. 250 патронов у меня было, а осталось 151. Я почти сотку потратил на это растение. Быть такого не может. Вот это жесть. Ну, ладно, в принципе... Найдем еще патроны, я думаю. Но сейчас что-то очень много вылетело прям. Возможно, надо было верхом стрелять. Ладно, найдем еще патроны. Три босса впереди, вернее четыре. Два тирана же. Так, у меня нету хилок. В комнату с красным камнем опять-таки бежать мне не надо будет. Возьму одну смесь пока и возвращаемся в особняк. А, стоп, мне же еще Хантера убивать. Я вспомнил, Ребекку спасать. Да. Не, ну его можно с пистолета убить, в принципе. Да еще будут давать много патронов, так что переживать не стоит. Должно хватить.
За книгой я, конечно, буду заходить. Берем рацию. И встречаем охотника. О, что-то он отстал в этот раз. Он обычно уже выбегает. Что-то прям затупил. What are they? It's Rebecca. She must be upstairs. Ну да, надо поторопиться, особо долго не затягивать. Иначе РБК у нас погибнет. Берем книгу. И в ней медальку. Так, теперь в сейв-рум сохраняться, вооружаться и к охотнику. Такой охотник-босс. На спасение Ребекки. Так, тут, по-моему, магазин тоже Вескер нам оставил для пистолета. Да, так и есть. И спрей возьмем. Открываем ящик. Медаль убираем. Так, ну и надо сохраниться. На другой слот на всякий случай сохранюсь, мало ли. Так, ну я не знаю, сколько с собой смеси взять. Давай 3 возьму. Змея-то меня пошатает, это понятно. Главное, чтобы не охотник башку не снес нахрен. Да отвали ты нахрен. Вот прицепился. Ты мне не нужен. Мне нужен другой, но не ты. Так, ну что ж. Я вот не знаю, что у меня там сейчас по здоровью. Но пока вроде зеленая полоска. Заходим в эту комнатку. Ну я уж не знаю, сколько надо охотнику. Ну магазин, наверное. Не больше. Главное попасть. Он сейчас будет, конечно, прыгать. Готов.
меньше магазина на самом деле. Не такие они сильные. И тем самым Ребекку мы спасаем. Так, ну а теперь прямиком, наверное, к змее. Сколько на нее сейчас уйдет? Возможно, я слишком много взял. Ну ладно. По крайней мере, в этом бою змея не может отравить тебя. Давай, выползай. Патронов 20-25 уйдет. Низм, кстати, Крис быстрее стреляет. Так, пора лечиться. А, все, готово. Так, ну да, до хрена у меня хилок. Даже не знаю, что с ними делать. Там траву я не взял. Ну ладно, пойдем траву сожрем. Мой диск я брать не буду, все равно. Мне надо будет взять батарею. Возможно, что-то еще. Ладно, оставлю эти две смеси у себя. Спускаемся вниз. Там, кстати, на пистолет еще будут патроны. Ну давай, иди сюда. Пробегаем этих чайников. Бегаем на кухню. Тут зомб меня сейчас покусает. Ну и хрен с ним. На самом деле я даже стараться сейчас не буду. Хилки есть. Поднимаемся на второй этаж. Наверное, сперва за батареей схожу. Ага. Сразу такой он меня покусал здесь. Так, сейчас взглянем на свою полоску здоровья. Ну, в принципе, можно, наверное, подлечиться, хотя, может, укусы выдержат еще.
Здоровье, в принципе, кошен. Давай рискну, попробую. Джилл бы точно не выдержала. Тут у нас есть что, трава? Вот есть одиночная. А, я ее не могу взять, да? Ну тогда я сделаю следующим образом. Зайдем в библиотеку. Не, мой диск не буду брать. Вот сюда зайду только. Есть магазинчик. Его я заберу. Ну а теперь назад. Ну, все, можно уходить в подземелье. А, сейчас выйдет зомб один. Ты не заблудился здесь? Все, уходим. Надо рукоятку на прихватить еще. Два охотника. По первому этажу пробегусь. Так, что там у нас в карманах вообще? Заполнено полностью все. Так, паучки. Пробегаем паучков. А, ну в принципе ключ можно выложить. Зайти. Здорово, охотник. Ладно, забегу сейчас в сейв-рум. Паука босса я тоже буду убивать. Подземелье. На него, кстати, тоже уйдет порядка патронов. 50 точно вылетит, я думаю. Он очень крепкий.
Так, ну что ж, ключ выбрасываем. Смесь. Наверное, тоже выбросим. Так, где моя рукоятка? Вот она. Одна трава, да? Ну, давай хотя бы смесь возьмем. Все же. Лента понадобится. Нет, сохраняться буду там уже, на месте. Мне интересно, сейчас охотник появится на выходе. Вот я мой диск не брал. Заджил я его тоже не взял, и он появился в первой версии. Но он, по идее, мне казалось, что он как-то связан с мой диском, вот этот охотник в этой комнате. Но может и нет. Да, он тут есть. Странно. Тогда получается. Почему он тут есть? Вроде бы мой диск не брал. Или может просто от того, что я зашел в библиотеку? В общем, хрен его знает. Надо анализировать, изучать все это. Ой, куда я? Крис, тебя понесло. Мы же уже уходим. Не знаю, как будет насчет сразу, не сразу. Следующие заходы на Advanced. На измененном режиме. Там пистолет модифицированный слегка. Может, ну, кстати, и помощнее. Вау. Вот это повезло, так повезло. Да чтоб я дырочку не нашел. Так, ну и пойдем крутить их. Еще собаки. Ай-яй-яй. Нахрен я за этой синей травой полез. Ну ладно. Не, она вообще бы мне пригодилась, конечно. Но я лучше, наверное, к дому охраны сейчас бегаю, рукоятку скину. А, не могут достать они, когда ты уже на лифте стоишь.
Да, сбегаю, пожалуй, в дом охраны. Возьму тут синюю траву. Так, сколько у меня сейчас патронов получается? 142. Так, ну в подземелье будет еще у Энрика магазин. И два магазина в лаборатории. По-моему, все. Да, конечно, сотка на растение ушло, это сильно удивило. Наверное, я не так стрелял. Так, ну что ж, все, уходим в подземелье. Там возьмем спрей, еще патроны. И главное огнемет взять. Берем спрей. Ну, блин, тут охотники-то могут помешать рукоятку схватить. Но, по-моему, в оригинальном режиме тут один охотник. Так. Берем магазин. И рукоятку. А, тут эти клещи, не охотники. У меня же Сатурн версия, точно. Крутим рукоятку.
Давай сохранимся. Сейчас будем от камушка убегать. Там, по-моему, для магнум патрон в окошке там. Они мне нахрен не нужны. Некуда пока огнемет брать. Так, ну что ж, паучара, давай измерим твое ХП. Сперва ты мне должен проход открыть. Ты тупой, что ли? Не понял. Ах ты тварь. Смотри-ка, даун. Заполз, блин. Так, ну сколько там еще? Раза два, наверное, надо. Чтоб он проблевался. Блин, отравил, да? Отравил. Скотина. Ну ладно. Еще разок. Должен плюнуть. Ай-яй-яй. Вообще ужалил. Давай, давай, сюда. Нет. Давай еще раз. Во. Так, ну что, у меня спрей один. Надо его как-то поломать, этого паука. Так, что там у нас получается? Патроны еще есть. Я вообще попадаю сейчас. Не пойму. Ах ты, падла. Хорошо, хоть не отравил. О, застрял. Вообще неизвестно, попадаю, не попадаю.
Опять отравил. Не, не отравил, но задамажил. Вроде попадаю. Проверим боезапас. Готов. Все, разломался. Ну, в принципе, немного ушло патронов. Ой, 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 что за каракатица? Что с тобой? А, все, лег. Стоп, зря я сюда зашел. Мне же надо за огнеметом сходить. Так, ну и два тирана в лаборатории остаются. Пройду пока вперед за медалькой. Ну, давай покрутим эту стену. А мне, в принципе, камень-то даже и не нужен. Мой диск я все равно брать не буду. Берем книгу. Судьбы 2. И возьмем медаль волка. Так, ну теперь в сейв-рум со второй медалью. И сохраняться будем. Ну, два магазина точно будет в лаборатории.
спрей, еще ленту. Да, в первой части намного меньше ленты, чем во второй. Это очевидно. Так, ну пистолет можно пока скинуть. Так, подлечимся. Да, почему нет? Делаем сохранение. Так, ну что ж, продолжаем. Бежим к фонтану. Берем две травы. Ставим медальки. Спускаемся на лифте вниз. Так, ну брать ничего не буду. Сейчас, если удастся, еще две травы возьму. Давай, иди сюда. И бежим в компьютерную комнату. Хотя нет, сперва забегу за магазинами. Вот сюда вот. Трава еще тут есть одна. Берем в ящики пару магазинов. Ну, а теперь в компьютерную комнату. Thank you.
Вбиваем логин Джон. Пароль Ада. B3 можно не открывать, в принципе. Подтверждено. Так, ну и дуем наверх с ключом. Да, конечно. Меня покусал. Ну хотя бы не зажали с двух сторон. Я этого боялся. И открываем панель, нажимаем на кнопку. Берем ключ. Ну а теперь, кстати, можно в операционную зайти за красной травой. И активировать лифт надо. Бежать. Давай, зомб, выходи сюда. Вот звука вот этого нету, как в PlayStation версии. Вообще никакого. Обрезали. Так, ну и бежим к лифту. Мимо химер. Неужели тут тоже у меня ровно один магазин уйдет на тирана? Чё-то прям не верится. Хотите сказать, что 6 с магнума равен 15 с пистолета? Не может же такого быть. Ну, проверим. Ай, зацепил. Лифт активирован. Ну, в принципе, химера не так много хп сносит. Готовимся.
Так, можно еще траву взять. Сколько у меня получается патронов? Давай сосчитаем. Много. 152 плюс 15. 167. Это приличное количество. Сохраняемся. Так, ну и бежим, бежим. К лифту. Перемотка. Заходим. Don't come this way! No! Ну что ж, да будет бой. You can't kill me. Берем пистолет. Слишком близко. Два. Три. Шесть. Семь. Восемь. Сколько? 11 вылетело? Вот магазин ушел. Как бы он все еще на ногах. Да, здесь тиран чуть-чуть посложнее. Или у меня промахи были. Не, скорее у меня все-таки было два промаха. Наверное. Тиран номер два. Еще пятнашка сейчас вылетит. Кстати, то тело исчезло.
еще прямоходящий. Удивительно. Блин, он еще на ногах. А, все, готов. Ну вот сколько еще патронов остается. Лишних. Открываем дверь. Готовимся к финальной битве на вертолетной площадке. Там трудно назвать битвой, конечно. Тиран-то неуязвим, кроме ракетницы его ничего не берет. Так, ну можно, в принципе, еще раз сохраниться, пойти. Да, проблем вообще никаких нет. Прохождение с пистолетом. Даже несмотря на то, что сотка вылетела на растение. Пробегаем химер. И зомбов. Можно было, в принципе, пострелять по ним. Ну ладно. И так пробегаются. Мне надо одно место оставить под батарею. Ну, у меня уже оставлено. Забираемся наверх. Берем батарею. И забираем сигнальную ракету. Да, все-таки Сатурн версия самая медленная, самая такая. Она мне не нравится.
По сути, я в нее играю только из-за того, что два тирана. Так бы я играл, конечно, в PlayStation. Ауч. Как ты посмел? Нормально? Охренеть, он меня тут запинал. Сколько тебе надо? Вау, он меня уже хотел проткнуть. Пора лечиться. Я думаю, Брэд так быстро не скинет ракету. Все же. Редко. Когда скидывает быстро. Так, что там? Перезарядка. Ты смотри, какой живучий, а. Вау. Скидывает. За 20 секунд до конца. Так, ну что ж, хватаем. Кстати, она у меня бесконечная, да. Давай, стреляй. Готов. Ну и смотрим финальный ролик. Концовку. Крис, Ребекка. Are you tired, Rebecca? Sorry, Chris. I am. You did a really good job. This case was just too weird. This case was. Так, ну и титры можно пропустить, перемотать, в принципе. Следующие заходы, наверное, будут на Advanced с пистолетом. Да, вот так, кстати, Ребекка могла погибнуть. Если вовремя я не успел. Почти за 3 часа прошел. Ничего себе. Вложился. Так, ну, сохранюсь куда-нибудь вот сюда, вот, например.
И на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каисов. Всем удачи. Услышимся в других прохождениях. Всем пока.